пригласить нового для нас человека. И все мы знаем, что преданность делу, высочайшая ответственность и трудолюбие отличают наших руководителей, руководителей корпорации ФОХОЛ. И руководители нашего филиала не исключение. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену директора Краснодарского филиала, юную, обаятельную. Встречайте бурными аплодисментами Джен Минюэр. Конечно, в первую очередь, да, от лица Краснодара поприветствовать вот такой теплый, да, погодой теплый зал, чтобы вы пришли сюда. Спасибо вам огромное. И я хотела сегодня задавать ваш вопрос. Сегодня кто наши первый раз пришли на семинар? Поднимите на руки. Ого, я вижу, что уже больше 30, да, человек. Но сегодня вы все довольны, что вы на деревьях, да, играли? 50 человек. О, 50, да? 55. Ну, 55. Тогда вы не все, наверное, подняли на руки, а я, видите, наверное, 30, видишь, да? Почему я обычно говорю на начале спрашиваю? Потому что, ну, конечно, сегодня кто уже на деревьях, да, стиля, ну, выиграли наши подарок. Но сегодня я еще вам приготовлю наше чудесно маска для лица Дентровио. Стоимость 1 штуки 800 рублей. Поэтому, почему я обычно спрошу, сколько наши сегодня первый раз, да, присутствуют в нашем мероприятии. Если 30 по нему, тогда я только 30 вам отдам. Если 50, тогда 50 штук вам отдам. Поднимите, поднимите. Тогда спасибо, да? Спасибо огромное, все кто помнит, да? Ну, подарков хватает, да? Конечно, все наши гостей, все подарок. Меня зовут китайское имя Чжэн Мин Юе. Для вас это очень сложно, запоминайте. А русское имя Марина. Я хотела немножко, да, рассказывать о себе. В компании я уже 7 лет работала. Но эти 7 лет я постоянно в Дальневосточной работала. Но очень прекрасно, что вы пришли. Такой тепленький, да? Погода такой, да, ваши Краснодары. Мне очень повезло. Спасибо вам, чтобы в этом году, в 2020 году, чтобы с вами затирается, чтобы вместе работали. Спасибо вам огромное. Я думаю, что 18 января у нас в Краснодаре, да, прошло ПБС, но зала было около больше 200 человек. Знаете, что на прошлой неделе сколько у нас VIP появились? 32 появились новые VIP. Нет, на прошлой неделе, на 18 января. А я хочу спросить, сегодня сколько у нашей, да, 18 января из Анапы, сколько приедет к нам? Нет, были 18-го, кто был? Кто 18-го был в Краснодаре? Живой. 15 человек. Видишь, 13-го человека, да. Не 13, 18. Ну не важно. Чем больше, тем лучше. Ну сегодня, да, наши ведущие были рассказывать наши продукции и рассказывать наши VIP, да, стратегии. У компании в 2018 году, где-то в конце февраля, да, появились VIP-стратегии. Я хотела вам статистики рассказать, что у Краснодаре уже появились больше 600 VIP-ов. Давайте ваши полные аплодисменты. Ну, конечно, это огромное количество. Понимаете, что у нас каждую неделю много-много партнеров будет появиться на VIP-стратегии. Я думаю, что эти VIP-стратегии для вас, для ваших знакомых, для вашей семьи будут все хорошие. Но я сегодня, да, еще хотела вам рассказывать про промоушен, акция. Внимание, да, смотрите на экран. В эту неделю и на сегодняшний день, кто сделает 5000 рублей, вы сразу получаете 2 электрических бальзам. Ну, я думаю, что вы все знаете, что электрический бальзам сколько стоимость одеть штуки? 3 тысячи. А если 2,
сколько будет это? 600? 400. А вы сегодня просто предоплату. Предоплату делаете, и 5000 рублей вам выгодно, правильно? И можно участвовать в нашей акции, промоушен. Внимание, да, посмотрите экран. И то в конце субботу, да, если вы сделали 5000 рублей, что вы можно получить подарок? На сегодняшний день наши ведущие рассказывают, что если в родительские пояса, да, стоимость 390 евро, тоже уходит. Еще на колени тоже уходит, стоимость 390 евро. А что еще пробные наборы, две штуки? Ну, здесь нету, да? Нет. Но очень рано. Ну, пробные наборы, здесь знаете, да, что там уходит? А? Замечательные наши продукты, эксир феникса, парицан, еще перчатки, пастроза, чай, полосы, тоже наши новые, да, продукты. Я сегодня, да, слышала, что ваши партнеры рассказывают, сыворотка в этой неделе тоже уходит подарком. Две коробки. Стоимость 360 евро. Еще наши любимые, да, эликсир Феникс. Четыре штуки тоже уходит от нашей акции. Еще. 10 на 4 прогона штуки. Сантим тоже уходит у подарок. Если кто не хотел, чтобы получить на эти подарки, можем поменять другие продукции. Стоимость 300 евро. Здесь, да, очень важно. Мне кажется, здесь немножко, да, затирается. Если вы сделали, да, на VIP, и добавили, сделали 80 евро на 800 шок и одеял. Просто вам подарок. Ну, здесь, посчитайте, сколько вы уже получили? 2640 евро. Это просто чисто подарок вы получили на руках. Но эти акции, конечно, не до конца. Почему? Все знаете, да, сегодня у нас китайский Новый год. Сегодня утром наши корпорации, оставительные руководители Wi-Fi мне передают, чтобы вам большой-большой поприветствовать. Спасибо огромное. Да. И поэтому я еще, да, наши Краснодара еще добавляли акция. Что акция? Вот это как дешевый период, да? Мы сегодня вас слушаем, правильно? Красиво? Чудесно, правильно. Стоимость, вы знаете? Нет? Давайте я вам скажу. Эти комплекты пюскатера, корсета, панталон стоимости 600 евро. Если вы это не делаете, вы покупаете на эти комплекты второй подарок. Только на сегодняшний, только на ваши анаты. 600 евро мне, да. Но, конечно, это не все. Это слушали, да, подарок. Хорошо. Наша корпорация ФОХО у нас не только чтобы, которые, да, сегодня наши ведущие рассказывают на эти продукции. Но у нас продукция уже больше 100. Но, конечно, время очень короткое, мы не сможем все рассказы. Но сегодняшнее внимание вас слушайте. Которые, чтобы вы слышали, да, на эти продукции, то вы покупаете третий подарок. Это значит 2 плюс 1. Аплодисменты! Конечно, эти продукции, да, кроме VIP, наши чудесные, да, вот этот чемодан, пьем для коммерции, но это не уходит. Еще перчатки тоже не уходят. Еще массажные гели тоже не уходят. А остальные все уходят на акции 2 плюс 1. А вот это как тише белье, один комплект вы покупаете, второй подарок. Наконец-то, да, я хочу желать вам счастья, здоровья и процветания. И в 2020 году, после
января здесь еще прекращает китайский, да, лектора. Ее зовут Мори. Я думаю, что вы все знаете. Да, чудесно, да, вечно. И если еще приезжаете в Анапе с вами, познакомимся с нашей продукцией и по маркетингу. Спасибо вам огромное, спасибо.